Всем привет! Вот хотел бы спросить у вас, если в случае прихода Коммунистической партии Российской Федерации к власти в России, как вы считаете, произойдет замена триколора, который использовала Русская освободительная армия, которая входила в состав немецких захватчиков, являлась фашистами, на замену его могут заменить красным полотнищем, который использовал Советский Союз с серпом и молотом? Как вы считаете, вот заменят этот фашистский флаг триколор на красное знамя или нет в случае прихода коммунистов к власти в России? Напишите в комментариях.